Привет! Сегодня поговорим о странных французских буквах с шапочками. L'accent circonflexe. Первое – А – accent circonflexe. Удлиняет чуть-чуть произношение буквы. Например, «лам» – душа, а не «лам». Второе – Э – accent circonflexe. Часто означает выпадение буквы «С». Например, «forêt» – лес. Раньше было «forest». Третье – И – accent circonflexe. Тоже означает выпадение буквы «С». Например, «иль» – остров. Раньше было «исль». Четвертое – «О» – accent circonflexe. Тут то же самое. «Отель» – гостиница. Раньше было «остел». И пятое – «У» – accent circonflexe. Позволяет различать омонимы. Например, «жен» – молодой. Или «жен» – пост. Теперь скажи, какие еще слова ты знаешь с шапочкой? Напиши в комментариях.